Илья Сверчков вырос в поселке Зеленые Рощи Ульяновского района. В сентябре 2022-го мужчина вступил в ЧВК «Вагнер» и уехал защищать родину на СВО. Принимал участие в бахмутской мясорубке. Погиб в бою, прикрывая раненых товарищей. Его подвиг в родном селе не забывают. Теперь на фасаде школы, где учился Илья, висит мемориальная доска в его честь. Сегодня мы открываем мемориальную доску в память об Илье. О человеке, который, как и многие жители нашей страны, жители Ульяновской области, встали на защиту страны. Илья Сверчков удостоен ордена мужества посмертно. Был награжден крестами ЧВК. Участники почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к его портрету. Хотелось бы, чтобы Илью запомнили как человека, который стал на защиту нашего поселка, страны. Как человека, который положил на алтарь победы самое ценное – это свою жизнь. Спасибо. В октябре в память о герое в регионе провели турнир по рукопашному бою, где приняли участие 230 спортсменов. На этот раз маленький, но уютный спортивный зал Зеленорощинской школы едва вместил всех желающих. В учреждении провели турнир по баскетболу. Его посвятили памяти выпускников, погибших при исполнении воинского долга. Анна Тищенко, Управда, ТВ.